Добрый день, друзья, с вами Тарас Березовец, и сегодня мы поговорим о 9 мая, точнее, почему Советский Союз начал праздновать так называемый День Победы во Второй мировой войне именно 9, а не 8 мая, когда его празднует весь цивилизованный мир. Ответ на этот вопрос кроется в том, что Иосиф Сталин категорически не хотел того, чтобы Советский Союз ассоциировался, его победа во Второй мировой войне, или как называли Великой Отечественной войне, ассоциировалась с западными союзниками. И с 1945 года роль западных союзников всячески преуменьшалась. Хотя мы сейчас уже знаем, наконец, что без ленд-лиза, без американских грузовиков, без американской тушенки, танков и многого обмундирования, которое поставляют Соединенные Штаты Америки, никогда бы не были выиграны ни Сталинградская, ни Курская битва. Ну, собственно говоря, наверное, до Берлина западные союзники бы дошли намного быстрее, как они рассчитывали, чем Красная армия. Так получилось, что Путин начал использовать День Победы 9 мая всячески для возвышения собственного реноме и престижа России, российской власти. И это стало особенно очевидно после его прихода к власти в 2000 году. Как мы помним, его предшественник Борис Ельцин праздновал День Победы даже в 1995 году, когда было 50-летие отмечалось Победы, приезжал тогдашний президент США Билл Клинтон на Красную площадь, но тогда уровень российско-американских отношений, вообще отношений России с Западом, конечно, был несоизмеримо более высоким, потому что какая бы ни была плохая демократия в России, но при Ельцине она была, при Путине ее, конечно, нет. И вот эти всяческие попытки внедрить в внутренний украинский дискурс, давайте, ребята, праздновать 9 мая, ни в коем случае не 8 вместе со всей Европой, связаны в первую очередь с тем, что это чисто российская тема, это чисто российская политтехнология, которая направлена на разделение украинцев, на то, чтобы затравить ту часть украинцев, которая хочет быть вместе с Европой, западными союзниками, и та, которая хочет оставаться в российском дискурсе. Оба моих деда воевали, к счастью, выжили во Второй мировой войне, они пришли, хотя и с ранениями, но они пришли с этой войны, но я был очень маленьким, когда они умерли, но в нашей семье, на самом деле, никогда не обсуждался вопрос войны, и никто не хвалился, никто никогда не рассказывал о каких-то героических подвигах, потому что, собственно, это была огромная бойня, в которой погибло, как мы сейчас уже знаем, около 50 миллионов людей, если не больше, это, так скажем, достаточно скромная цифра. И, безусловно, вот эта вся дискуссия относительно 8-го, 9-го мая, она является абсолютно ненормальной. Поскольку мы должны прекрасно понимать, что если мы хотим быть частью Европы, частью западной цивилизации, безусловно, именно 8, а не 9 мая, потому что 9 мая, давайте говорить откровенно, это сталинский день победы, это не день победы Украины, это не день победы других народов Советского Союза, а 8 мая это день победы всех нормальных людей. Спасибо, что смотрите мой канал, подписывайтесь и еще раз с праздником 8 мая вас всех. До встречи!